Наркоимперия, которая управляется подобно пяти самым крупным компаниям по версии журнала Fortune. Мы только и делаем, что зарабатываем бабло. Как только наступила эта кокаиновая эпидемия, все перевернулось с ног на голову. Гангстерские апостолы, сука. Чувак, тогда я думал только о том, что стану чертовски богатым. Поднимаем бабло прямо сейчас, всем по пяточке. Гангстерские апостолы зарабатывали миллионы, жестоко наказывая тех, кто вставал на их пути. Ты либо идешь по жизни с ними, либо они идут по тебе. Они господствовали на наркорынках в городах по всему Среднему Западу. Это распространяется как рак. На каждом уличном углу стоят гангстерские апостолы. Эта банда ведет свои дела с такой кровожадностью, которой Чикаго не знала со времен Капоне. У них есть только две цели — это продавать наркотики и причинять людям боль. Они будут нападать на вас, будут избивать вас, будут стрелять в вас, будут угрожать вашей семье и запугивать ваших детей. У нас тут сезон убийств, Джо. Чем больше страха, тем больше уважения, сечешь? О, да! Пытки. Расчленение. Убийство. Все это непосредственные обязанности гангстерских апостолов. Все так и есть, чувак, здесь реально так. Их цель проста. Больше денег, больше власти. Продаем камни. У них было такое убеждение. Прожигая жизнь, умри молодым, и твой труп будет хорошо смотреться. Видишь эту пушку, чувак, у меня таких миллион. Милуоки. Январь 1986 года. Двое членов гангстерских апостолов проскочили внутрь одного из ночных клубов в северной части города. 21-летний Стэн Коул шел впереди, спускаясь по лестнице в подвал и держа в руках коричневый бумажный пакет, в котором находились почти 23 тысячи долларов наличными. Они пришли туда зацепить килограмм кокаина и считали, что находятся на дружественной территории. Но они ошибались. Наркосделка пошла не по плану. Все, что я помню дальше, это выстрел пистолета. Я смотрю по сторонам и понимаю то, что я превратился в жертву. Коул кинул взгляд на свой живот и увидел то, что из него течет кровь. Шок от ранения сковал все тело. Тебя как будто ударили кувалдой. В ушах у тебя звенит, а твое тело теряет равновесие. Вещи вокруг начинают замедляться. Засевший у позвоночника пулей, Коул начинает терять сознание. Кола хватает его труп и начинает вытаскивать на улицу к их машине. Ты ничего не почувствуешь сразу после того, как тебя подстрелили. Но как только пуля начнет остывать в тебе, вот тогда становится чертовски больно. В то время, как они мчались в больницу, Коул понимал то, что у него серьезные проблемы. Я потерял очень много крови. Запах крови очень сильно травмирует твою психику, потому что она пахнет смертью. Нет более весомых аргументов, чем пули и портреты Бенджамина в преступном мире. И ни одна другая банда в Чикаго, Милуоки или Детройте не зарабатывает больше денег. Мы тут подняли немножко денег, чем гангстерские апостолы. Это одна из самых могущественных преступных организаций на Среднем Западе. Гангстерские апостолы создали такую империю, которая на пике своей активности зарабатывала до 100 миллионов долларов в год. Они называют Чикаго местом, где все началось. А основателя Ларри Гувера своим президентом. Этот бывший член гангстерских апостолов, которого мы назовем Кью, в настоящий момент находится за решеткой по обвинению в незаконном хранении оружия. Кью утверждает, что Гувер хотел контролировать не только чикагский наркотрафик, но также и законный бизнес. У Ларри была следующая философия, типа, зачем носить с собой пушку, если можно носить портфель? Зачем носить кепку, если можно носить костюм с галстуком? Он хотел, чтобы все мы в конечном счете превратились в бизнесменов. В течение 25 лет Гувер управлял своей организацией подобно диктатору. Численность гангстерских апостолов возросла до 30 тысяч человек. Он создал строгую цепочку управления и наказывал каждого, кто ослушался его приказов.
рядах банды царила дисциплина, и насилие, которое применялось внутри банды по жестокости, было таким же, как и насилие, применявшееся в отношении конкурирующих банд. Насилие и запугивание были неотъемлемой частью для выживания в банде гангстерских апостолов. Дисциплина гангстерских апостолов в купе с растущими продажами кокаина в 1980-х годах возвысила эту банду над их конкурентами в Чикаго, среди которых были Vice Lords и Cobra Mickey. Скорее всего, они самая сильная и самая быстро растущая банда, которую я когда-либо встречал. Их количество было феноменальным. Гангстерские апостолы набирали большинство своих молодых солдат из многоквартирных жилых комплексов, где бандитская жизнь часто предоставляет легкие деньги. Деньги — это движущая сила. Они кладут тебе на стол еду и убеждаются в том, что ты ее съешь. Так ты показываешь им свою верность. Сечешь, о чем я? Кью утверждает, что работал стрелком у гангстерских апостолов, когда те вели войну со своими конкурентами за наркотерриторию в многоквартирном жилом комплексе Кабрини-Грин. За каждого человека, которого ты пристрелил, тебе начисляют очки. Сечешь, и эти очки плюсуются к твоей репутации на районе. И в конечном счете влияют на твое лидерство в банде. Сечешь, о чем я? Со слов Кью, он очень сильно полюбил стрелять после того, как впервые нажал на спусковой крючок в 12-летнем возрасте. После первого выстрела ты уже предвкушаешь следующий. В твоей голове эйфория, когда ты держишь в руках заряженный горячий ствол. Из-за того, что в каждой банде хотят расширить свою территорию, места наподобие Кабрини-Грин превращаются в боевые зоны, раздираемые на части снайперским огнем. Каждый день велась полномасштабная война за территорию, и единственный способ держать врага на расстоянии — это постоянно оказывать на него давление. В этом я и специализировался. Я оказывал на них давление каждый день. Кью использовал различные тактики для того, чтобы выслеживать своих жертв. В конечном счете, он заработал дурную славу самого опасного и самого изощренного стрелка в Кабрини-Грин. Я выходил на охоту рано утром, я так называл весь этот процесс, и шел в дома, где находились конкуренты, в районе 7 утра. Так можно было застать врасплох тех, кто продавал наркотики всю ночь и уже начинал кемарить его в полудреме. Такие становились моими жертвами. Я занимал различные места, сидел в кустах часами, в дождь, снег и слякоть. Я делал все для того, чтобы добраться до моего врага. По мере того, как апостолы закреплялись на северной, западной и южной части Чикаго, на них все чаще стала обращать свое внимание полиция. Из-за этого они устремили свои взоры на неосвоенные наркорынки в Висконсине, Миннесоте, Мичигане и Индиане. Апостолы определенно хотели расширить свое дело, и они определенно сделали это в отношении нескольких городов. Они засылали отдельных личностей из Чикаго проводить свои операции в районах других городов. Одним из других городов был Милуоки. До него всего лишь 90 миль от Чикаго, если ехать на север по федеральной автостраде. Там гангстерские апостолы нашли десятки молодых уличных группировок, члены которых горели желанием встать под знамена апостолов. Чикагская банда не испытывала особых сложностей с набором новых членов и начала организовывать свои клики. Меня представили многим пиздюкам апостолов в Милуоки, я их так называл. Они думали, что все это серьезная тема, что я занимался этим долгие годы. Они хотели стать частью всего этого. Им нравились роскошные автомобили, интерьер полный фарш, нигер. Им нравились ювелирные изделия, им нравились все телки, которые у меня были. Я монстр. Все хотели быть частью клики. И это распространялось как рак. По мере того, как апостолы расширялись за пределами Чикаго, их стали считать социально опасными элементами номер один. Гангстерские апостолы, нарвешься на эту хуйню, будет очень больно, сечешь, о чем я? Их бесподобный успех был вызван мультимиллионными продажами наркотиков и жестокой силой. Они были беспощадными, у них было полное пренебрежение к человеческой жизни, они были готовы на все, чтобы заработать денег. Посмотри-ка, что у нас тут. Тебе, нигер, лучше оглядываться.
1980-х годах, благодаря количеству и насилию, гангстерские апостолы распространились по всему Среднему Западу, получая выгоду на мультимиллионном рынке наркосбыта. Но бандитская империя образовалась не так помпезно. В 1966 году Дэвид Барксдейл основал банду черных апостолов в южной части Чикаго. Черные апостолы были небольшой, но прибыльной наркошайкой. Барксдейл контролировал свою банду и свой район, пока не умер в 1974 году. Его уход из жизни образовал вакуум власти на улицах. Ларри, король Гувер, решил заполнить этот вакуум, основав отдельную банду под названием «Гангстерские апостолы». Гувер хотел создать черную банду, которая составила бы конкуренцию итальянской мафии по силе и богатству. В любой организации нужен лидер, и у Ларри Гувера было понимание, по какому пути идти к гангстерским апостолам, и они последовали за ним. Гувер смоделировал гангстерских апостолов наподобие большой корпорации. Он назначил себя президентом и создал один совет директоров внутри исправительных учреждений и другой на городских улицах. Тот факт, что Гувер отбывал пожизненное заключение в тюрьме штата Иллинойс в Диксоне, никак не повлиял на его амбициозные цели. Ларри Гувер был очень изощрен в плане того, как оставаться в тени. Он не шатался туда-сюда, демонстрируя цвета. Он не пользовался распальцовкой. Он был очень осторожен в плане своего внешнего облика. Гувер воспользовался преимуществом нестрогого режима в тюрьме штата для того, чтобы совершать десятки телефонных переговоров и проводить встречи в комнате для свиданий со своими подельниками в банде. Были доверенные лица, которые встречались с ним, и он им давал распоряжение относительно того, что надо было сделать. Эти доверенные лица слушали его и выполняли отданные приказы. Эти старшие апостолы спускали приказы Гувера вниз своим уличным солдатам, после чего они выполняли дела банды на городских улицах. Он сделал внутри своей организации несколько уровней, благодаря которым его было сложно в чем-то обвинить. В 1978 году Гувер укрепил свою империю, находясь за решеткой. Он убедил черных, белых и латиносов объединиться и встать под одно знамя на время отсидки в тюрьме. Такое объединение предоставило его членам небывалую власть. Гувер назвал это объединение «Народной нацией». Гувер объединил их всех вместе и сделал так, чтобы они отказались от своих знаков отличия и стали одной большой бандой. По мере того, как его власть начала укрепляться в тюрьме, Гувер начал играть мускулами на городских улицах. Он обложил налогом все наркосделки, совершенные на территории апостолов. В обмен на право толкать наркоту, наркоторговцы должны были отдавать 70% своей выручки лидерам апостолов. Головорезы Гувера контролировали, чтобы все платили эту дань. Мы должны были оплачивать эти сборы каждую неделю. Сечешь, о чем я? Они говорили, что эти деньги идут на покупку оружия, одежды, оплату аренды, услуг адвокатов и тому подобных вещей. В конце 1980-х годов взрывной спрос на крэк-кокаин трансформировал организацию Гувера в настоящую наркоимперию. За год апостолы поднимали десятки миллионов долларов. Но они всегда хотели большего, отжимая территорию у соперничающих с ними банд. Из-за этого там было столько насилия. Они пытались забрать себе как можно больше территории для того, чтобы продавать наркотики и получать с этого прибыль. Апостолы быстро распространились за пределами Чикаго, запуская свои щупальца в другие города на Среднем Западе, в числе которых было и Милуоки. Там они обнаружили благоприятные условия для набора в свою банду нового поколения апостолов. Там было большое количество маргинальных слоев населения. Там были серьезные проблемы, связанные с бедностью. В соответствии с этим, там наблюдалась повышенная активность банд и наркоторговцев. Некогда индустриальный центр теперь страдал от экономического спада 80-х годов, по мере того, как целые заводы закрывались или перевозились за границу.
Исчезло около 100 тысяч рабочих мест. Это оставило многие семьи без каких-либо доходов. Но больше всего от этого пострадало черное сообщество, живущее в северной части. Как результат, подростки больше начали проводить время на улице. Они начали собираться на углах. Они подтягивались к своим друзьям и начинали заводить связи с бандитами. Повсюду начали появляться банды, которые терроризировали жителей вооруженными ограблениями, разбойными нападениями и избиениями. Но это было только началом. Финальный гвоздь в крышку гроба заколотили уличные банды, приехавшие из Чикаго. Ребята из Милуоки и окраин засматривались и боготворили суровых адептов из чикагских банд. Мы хотели быть больше похожими на парней из Чикаго. Они оказывали на нас большое влияние, потому что они гораздо дольше варились в этой бандитской житухе. Ларри Гувер использовал эту ситуацию для своей выгоды. Находясь в тюрьме, он приказал своим фельдмаршалам отправиться на север для набора и объединения местных банд под знаменем гангстерских апостолов. Эти недавно образованные группировки быстро освоили жестокую бандитскую культуру. Округ Дейн, Висконсин. Февраль 1991 года. Мы на месте совершения преступления. Прием. У нас тут женщина, она сильно избита. Тело частично разложилось. Пролежала здесь уже приличное время. Дорис Энн Маклауд, 16-летняя девушка из Иллинойса, заплатила высокую цену за то, что связалась с бандой гангстерских апостолов. Полиция обнаружила ее тело в заповеднике, расположенном в 70 милях к западу от Милуоки. У нее были большие повреждения в грудной области и в области шеи до ее подбородка. Также на шее у нее была колотая рана, которая, скорее всего, и стала причиной смерти. Убийца Маклауд также изнасиловал ее и отрубил ее кисти. Следователи в полиции узнали, что Маклауд убежала из дома и начала встречаться с 26-летним бандитом из апостолов по имени Джозеф Уайт. Уайт основал одну из новых клик гангстерских апостолов в Милуоки. Как утверждает полиция, он завлек молодую девушку в банду, чтобы та работала в качестве проститутки. Джо собирался стать главой клики, а Дорис должна была стать его дамкой. Он хвастался тем фактом, что у него была Белоснежка, то есть белая молодая девушка. Он понимал, что может заработать на ней кучу денег. В ее обязанности входило зарабатывание денег через торговлю своим телом, и также она должна была заниматься сексом с другими членами банды. Полиция заподозрила, что Уайт принимал участие в ее убийстве. Мы опрашивали людей, которые отзывались о Джо как о самом лучшем знатоке жестоких пыток. Когда детективы обыскали дом Уайта на предмет улик, они обнаружили исписанную записную книжку, в которой были правила гангстерских апостолов. В соответствии с этими правилами, любой провинившийся в банде должен получить, цитата, «полтинник в душу». Такое наказание имело общее сходство с повреждениями на теле Дорис Маклауд. Это определенно было сопоставимо с увечьями, которые мы увидели на Дорис. Вся верхняя часть ее грудной клетки была отбита. Это были повторяющиеся тупые удары. Ее били либо кулаком, либо каким-то предметом. Трехлетний сын Джо Уайта, Джозеф Джуниор, рассказал полиции об еще одной важной зацепке. Он сказал, что монстр обижал женщину по имени Ди в подвале. Полицейские показали мальчику фотографию Дорис Маклауд, и он сказал им, что это была та самая Ди. Она жила здесь с вами? Да, в этом доме. Да. Джо, а этот монстр обижал Ди? Да. А где он обижал Ди? Там внизу. А что он делал с Ди? Резал ее. Резал ее? Да. А что он порезал Ди? Вот это? Ее пальцы? Что еще раз? Ее пальцы. Ее пальцы. Ты смотришь на этого трехлетнего пацана, который рассказывает нам о монстре, сделавшем что-то с Ди. И он рассказывает о том, как видел струящуюся из ее пальцев кровь, о том, как она плакала, о том, что ее отец был там. У нас все это в голове просто не укладывалось. Полиция пришла к выводу, что отец мальчика, Джо Уайт, по факту и был тем самым монстром.
Вайт сделал предостережение остальным, убив Маклауд за несоблюдение одного из правил апостолов. Дори была его посланием, Дори стала ярким примером. Он должен был дать людям понять, что когда она не подчинилась, она получила полтинник в душу. Полиция арестовала Вайта и предъявила ему обвинение в убийстве первой степени. В 1994 году Вайта признали виновным и приговорили к 80 годам заключения в тюрьме. Стиль правосудия гангстерских апостолов рассказал о том, что Маклауд стал частью волны насилия, охватившей Средний Запад. В Милуоки число убийств впервые за историю увеличилось в 4 раза за период с 1984 года по 1991 год, по мере того, как все больше и больше бандитов отстаивали свою территорию. Многие из них подозревались в убийствах и жестоких избиениях. Многие из них в конечном итоге сами были мертвы. Многие из них скорее бы убили вас, чем стали бы с вами разговаривать. Гангстерские апостолы, пока этому миру не настанет хана. Я слышу, освободите Ларри Гувера. В течение 80-х и 90-х годов гангстерские апостолы распространялись от одного города до другого на всем Среднем Западе. Они проливали кровь на улицах от Чикаго до Милуоки, от Миннеаполиса до Детройта, от Индианаполиса до Демойна. Власти научились идентифицировать их по их общим символам. Шестиконечной звезде Давида и дьявольскому трезубцу. Мы начали видеть татуировки шестиконечных звезд, трезубцы со остриями вверх, и аббревиатура «Гангстерские апостолы» тоже включалась в такие татуировки. По словам самого основателя апостолов Ларри Гувера, каждый луч звезды Давида обозначает один из основных принципов этой банды. Любовь, жизнь, верность, знание, мудрость и понимание. У апостолов есть и другие способы обозначить себя. Они выставляют на показ свои черные и синие цвета и отмечаются справа, то есть носят бейсболки козырьком направо, скрещивают руки правой рукой вверх, либо подворачивают правую штанину на ногах. Также они используют распальцовку и рукопожатие для того, чтобы отличить друга от врага. Когда ты подходишь к кому-нибудь, кто якобы из твоей банды, чтобы поздороваться за руку, то этот человек сразу же знает, какие пальцы нужно выставить, а какие нужно скрестить. И если он этого не знает, то на него сразу же прыгнут. Гангстерские апостолы приучают себя жить по уставу банды и по 16 сводам правил поведения, которые были составлены их президентом Ларри Гувером. Эти своды отражают каждый аспект их жизни и ведения дел. Первым было молчание и скрытность, то есть здесь ты не должен был говорить о делах банды с теми, кто вне банды, и на этом точка. Гувер объяснял это следующей поговоркой: если бы утка не крякала, то она бы никогда не попала на стол охотнику. Все проблемы из-за длинного языка. Другие правила запрещали апостолам употреблять наркотики, проявлять неуважение к своим и привлекать внимание полиции. Апостолы установили большое разнообразие наказаний для тех, кто нарушал эти правила. Среди них были штрафы, избиения и смерть. В любых слоях общества присутствует ответственность, особенно в бандах, там очень полно ответственности. Они делали провинившимся тыквоголового. Также они пытали людей следующим образом: провинившихся приводили в подвал здания. Используя нагретые щипцы для завивки волос, жертвам наносились ожоги, после чего на ожоги сыпалась соль. В начале 90-х годов частота и жестокость бандитских преступлений всколыхнули федеральные органы правопорядка. Агенты из Бюро по контролю за алкоголем, табачных изделий и оружием объединили свои силы с полицейским управлением Чикаго, чтобы провести масштабную операцию с внедрением агентов в ряды апостолов. Пришло время убрать их. Пора прекратить насилие.
Власти нацелились на самую верхушку этой банды, включая ее президента Ларри Гувера, в надежде подорвать деятельность мультимиллионной наркоимперии гангстерских апостолов. Прослушивая частые телефонные звонки Гувера из тюрьмы штата, федералы узнали, что он отмывает наркоденьги через бизнес в сфере ночных клубов и организаторов рэп-концертов. Через прослушку мы получили информацию о его приказах. Мы смогли показать, что он все еще вовлечен в дела банды, несмотря на то, что он находится в заключении. 31 августа 1995 года. Федеральные власти предъявили обвинение Ларри Гуверу и еще 38 главным участникам его банды. Обвинения включали в себя такие пункты, как рэкет, торговля наркотиками и вымогательство. Гувер был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению в федеральной тюрьме. Его новым домом стала тюрьма максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо, где, в отличие от тюрьмы штата, Гувер больше не мог видеться с посетителями и совершать телефонные звонки. Он был эффективно отрезан от гангстерских апостолов. Многие из членов его банды в Чикаго были также признаны виновными и отправились в тюрьму. Это разрушило их иерархию, их лидеры были устранены. В их организации творился беспорядок, и реально никто не хотел быть лидером или говорить о том, что он лидер, потому что все видели, что случилось с предыдущими лидерами. Но с бандой апостолов еще не было покончено. Многие из ее группировок начали развиваться и действовать независимо от кого-либо. В этом плане проблема стала куда более опасной. Этим группировкам не приходилось ни перед кем отчитываться. С этим было сложно бороться, там появилось так много разрозненных групп, что это привело к неразберихе, которая породила куда больше насилия. Одна из самых опасных группировок апостолов взяла начало в конце 90-х годов, когда пара бандитов переехали из Чикаго в Милуоки. Два брата, Антуан и Акила Криттентен, создали группировку под названием «Моб-убийц» и терроризировали беднейшие районы этого города. Metcalf Park, территория из 15 кварталов в северной части города, это место теперь называют городом призраков. Когда кто-то едет через это место, в том числе и я, в голове сразу всплывают воспоминания. Так, вот здесь место, где умер такой-то, а вот здесь убили такого-то. Вот почему все называют это место городом призраков, понимаете? Вы начинаете запоминать места в городе благодаря убийствам, совершенных на них. Бандиты из моба-убийц открыли свою точку наркосбыта в самом центре города, призраков, и трясли с местных торговцев наркотиков деньги. Они убивали других торговцев наркотиками, чтобы получить их деньги. Поднявший меч от меча и погибнет, понимаете? Одно только упоминание о моби-убийц вызывало уважение даже среди уличных бандитов. Моб-убийц вскоре сформировал альянс с другой группировкой апостолов под названием Ghetto Boys. Все очень сильно боялись Ghetto Boys за жестокость, которая без стеснения использовалась ими по любому поводу. Джерри Верси и Джоэл «Одиночка» Роудс руководили группировкой Ghetto Boys в северной части города. Вот в этом районе располагались Ghetto Boys. У них здесь были крупные наркопритоны в этом квартале. Ghetto Boys следовали кодексу апостолов и жестоко избивали своих же собственных участников за несоблюдение правил банды. Они называли это временем спроса. Когда кто-нибудь совершал ошибку в процессе совершения преступления, авторитетные члены банды могли посчитать, что пришло время спроса, и провинившихся избивали. Это был способ поддержания внутренней дисциплины в банде. Подобно моб-убийц, Ghetto Boys также грабили торговцев наркотиками в целях заполучить их деньги и товар. Летом 2001 года они наехали на одного из дилеров по имени Шарнель Хикс. Мы сейчас с вами находимся на пересечении Центр и 33-й улицы. Это место преступления в деле о похищении Шарнеля Хикс. Седьмого августа Джоэл «Одиночка» Роудс вместе с 5 другими апостолами насильно привезли Хикса на принадлежащую им автомойку в Metcalf Park. Сначала они раздели его догола и привязали его к стулу.
Джоу Роудс приказал надеть мотоциклетный шлем задом наперед на голову Шарнелли Хиггса. Головорезы приказали Хиггсу рассказать, где он прятал свою наркоту. Когда Хиггс отказался говорить, они избили его бейсбольной битой и нанесли ожоги сигаретами. Затем жертве выстрелили в ногу. Хиггс испытывал дикую боль. После этого все, кроме одного бандита по имени Чарльз Бишоп, покинули автомойку. Бишоп вскоре задремал, и Хиггс воспользовался этим, чтобы развязать себя и сбежать. Это было жестоко. Если вы посмотрите фотографии жертвы, то увидите, что ситуация была довольно серьезная. В конечном итоге, Бишопу пришлось заплатить за свою халатность. Бандитам из Гетто Бойз было приказано избить его. Пришло время спроса. Как и всегда, тебя ждет наказание, если ты облажался. И вот в чем отличие членов банд от других людей. Бандиты согласятся с таким наказанием, потому что это часть их бандитской движухи. Ситуация в городе призраков становилась неконтролируемой по мере того, как апостолы из моба-убийцы Гетто Бойз вели открытую войну с соперничающими бандами на протяжении всего 2001 года. Стрельба из проезжающих мимо автомобилей стала нормой, и жители этого района оказались между двух огней. Полиция Милуоки вместе со следователями из Федерального бюро отреагировали на это в марте 2002 года, когда были арестованы 16 членов банды. Верхушку этого списка замыкали лидеры Джерри Уэрси и Джоэл Роудс. 16 бандитов из Гетто Бойз были привлечены к уголовной ответственности за такие преступления, как рэкет, торговля наркотиками, поджог, похищение и убийство. После того дня насилие прекратилось целиком и полностью. Однако причины подобного насилия остались. Город призраков был разорен как никогда, и вступление в банду, где можно было продавать наркотики, предоставляло многим молодым людям возможность выжить. Крековая эпидемия подливала масло в огонь, скажем так. Задача этой банды была заработать как можно больше денег с продаж наркотиков, и ничто не могло их уже остановить. Начиная с конца 80-х годов, гангстерские апостолы распространились по всему Среднему Западу. Они завалили бедные районы городов крэк-кокаином, оставляя после себя разорение и упадок. Но в конечном счете, бандиты, наподобие Стэна Кола, будут развиваться еще дальше. Кол состоял в группировке апостолов под названием 2x7. Она носила такое название из-за 27-й улицы в Милуоке, где и функционировала эта банда. Будучи апостолом, Кол хорошо зарекомендовал себя в уличных драках с соперничающими бандами. Очень часто, когда приходилось иметь дело с другими бандами, я был тем, кто проявлял инициативу и начинал драться первым. Много раз, когда все тупо стояли, тормозили, я был первым, кто наносил удар. Я был тем, с кого начиналась заварушка. Все это показывает твою храбрость. Кол очень быстро перешел на продажу наркотиков. Я не знаю, что впервые ударило по улицам наркотики или фильм «Лицо со шрамом», но в совокупности эти два явления дали начало чему-то невообразимому. Началась кокаиновая эпидемия. Все кардинально поменялось. В Милуоке росла выручка денег с продаж наркотиков, а вместе с ней и шкала убийств. В январе 1986 года Кол сам чуть не стал еще одной жертвой в статистике убийств. С полученным огнестрельным ранением в живот после неудачной наркосделки он потерял сознание, и его сердце начало останавливаться. Мне мерещились кошмары, что люди куда-то тянут меня. Я не знаю, в каком направлении, в рай или ад, но там было много людей, которые меня куда-то тянули. Я помню, как медсестра или доктор стояли надо мной и терли электроды дефибриллятора друг от друга в попытке запустить мое сердце. Доктора вернули Стэна к жизни, и он перенес серьезную операцию по излечению застрявшей вблизи позвоночника пули, после чего он впал в кому.
Меня подстрелили в январе, а пришел в себя я в августе. Для меня это было тяжелым испытанием. До этого я весил под сотку, был молодым, крепким парнем. А когда я очнулся, я весил 65. Из трахеи торчала трубка. Пуля может забрать много чего из тебя. В конечном счете, Кол полностью выздоровел. Но после этого его решительность только усилилась. Он поклялся, что никогда больше не будет терять бдительности. И вместе с тем, он поклялся, что станет самым опасным, самым жестоким и самым беспощадным апостолом, которым он только мог быть. Когда я находился в больнице, я ощущал запах крови целыми месяцами. И все это поменяло меня. Это оказало на меня огромное влияние в психологическом плане. После этого у меня было мышление стрелка. Кол начал заниматься своими наркооперациями в Рассине. В городке расположено между Милуоки и Чикаго. К большому разочарованию местных властей, многие апостолы начали выходить на здешний неосвоенный наркорынок. Они даже не боялись полиции. Нормальные условия — это когда полиция проезжает по району, и все останавливают продажу наркотиков или вообще убегают с глаз долой. Но это условие неприменимо к тем парням. Они просто начинали использовать распальцовку, и все это выглядело так, как будто они бросали тебе вызов, типа «попробуй, поймай меня, видишь, чем я тут занимаюсь, мы здесь главные, это наш район. Если что, мы все здесь зависли в Рассине, люди в курсах, зачем мы тут делаем?» Полиция города Рассин быстро идентифицировала новых головорезов в городе. В их число входил Стэн Кол вместе с братьями Норзел и Реджинальд Питман. Мы знали, что Питман и Стэн Кол были довольно суровыми фигурами. Они не боялись открыть стрельбу на улице, они применяли и демонстрировали всем оружие, а также запугивали им людей. Но вскоре полиция города Рассин настигла этих бандитов. Июня 1988 года. Примерно после 12 часов ночи группа апостолов докопалась до 20-летнего Дэйни Боустик после того, как он вышел из бара в деловой части города. Боустик был наркоманом, и его обвинили в краже наркотиков, после чего ему пообещали преподать за это урок. Боустик пустился бежать наутек, и бандиты сделали несколько выстрелов в его сторону. На следующий день тело Боустика было найдено в одном из переулков. Дэйна Боустик, скорее всего, был первой жертвой убийств, связанных с бандами в городе Рассин. Раньше представить было сложно, что маленький городишко Рассин в штате Висконсин будет местом, где расстреливают людей в лучших традициях бандитских разборок. Следователи отыскали свидетелей, которые узнали в подозреваемых братьях Питман и Стэнни Колли участников этого расстрела. Все трое были арестованы, им было предъявлено обвинение в убийстве. Кол настаивал на своей невиновности, заявляя, что он не причастен к смерти Боустика. Но присяжные не купились на это. В 1989 году Стэн Кол был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению в тюрьме. «Они признали меня виновным только из-за того, что я имел отношение к апостолам. Я был апостолом, я оставался апостолом, я зависал вместе с апостолами. Да, я наркоторговец, но в том конкретном деле я не был убийцей». 3 года спустя судья объявил о неправильном судебном разбирательстве, руководствуясь тем, что прокурор утаил некоторые факты от стороны защиты. Вместо того, чтобы испытывать судьбу на новом судебном разбирательстве, Кол пошел на сделку с правосудием, согласившись отсидеть еще 6 лет. И отсидев практически целую декаду за решеткой, он был готов снова бросить вызов улицам Милуоки. Чикаго. Место зарождения гангстерских апостолов. Даже после того, как их президента Ларри Гувера отправили в федеральную тюрьму, апостолы продолжали доминировать на рынке наркоторговли в западной и южной частях этого города. Но культура этой банды поменялась. Бывшая строго управляемая организация раскололась на несколько районных группировок. Они могли носить одно и то же название — «Апостолы, сука», но сплоченности среди них не было. Если вы посмотрите на то, сколько там фракций, то увидите, что внутри гангстерских апостолов отсутствует преданность. У них нет былого уровня сплоченности. Ларри Гувер
Сегодняшние бандиты даже не знают, кто это. Они даже не знают, как он выглядит. Некоторые бывшие апостолы сомневаются в том, что в банде когда-то существовал принцип братства. По мере того, как уличные солдаты наподобие Q становились взрослее, они осознавали, что все это было спектаклем. Они пытаются вбить тебе, что все это является единством, что это любовь к твоим братьям, но все это промывка мозгов. Если ты думаешь, что я люблю тебя так сильно, что я умру за тебя, то ты просто тупой. Кью утверждает, что лидеры апостолов набирали в свои ряды детей только ради одного — ради денег. Пока лидеры банды хвастались таким братством, единственной их целью было сорвать куш. Со слов Кью, лидеры прикарманивают себе их прибыль, говоря, что всем от этого будет только лучше. Впервые, когда я задумался об этом и начал привлекать к этому внимание, мне сказали утихомириться и дали денег. Это я называю платой за молчание. С тех пор я утратил всякое уважение к этой организации. Им плевать на тебя, они отшвырнут тебя в сторону, когда ты перестанешь быть им полезен. В конечном итоге все сводится к деньгам. Все остальное не важно. В 1999 году бывший апостол Стэн Колл вышел из тюрьмы совершенно другим человеком. Он вернулся в Милуоки и начал работать по программе реабилитации членов банд. Он открыл парикмахерскую и теперь нанимает подростков на работу, чтобы держать их подальше от улиц. В моей парикмахерской работает много людей. Если бы эти дети не работали на меня, они бы зарабатывали себе на жизнь при помощи оружия. И я помогаю им вернуться обратно. И все то, через что я прошел, позволяет мне помочь еще большему числу людей. Это путь, на который наставил меня Господь. Несмотря на проведенные годы в тюрьме и чудесное возвращение с того света, Кол утверждает, что ни капли не жалеет о том, что в свое время он присоединился к апостолам. Мне было 12 лет, у меня не было дома, и эти люди проявили ко мне любовь. Те люди были моей семьей, они тепло приняли меня, и я всегда буду помнить об этом. Взамен я протягиваю руку помощи, и сейчас я поднимаю на ноги юнцов из апостолов, которых я в свое время, по сути, и породил. Это довольно иронично. Я должен убрать дерьмо за собой. Но те, кто пытаются помочь следующему поколению бедных детей из черных кварталов, ведут неравный бой. В некоторых районах этого города отчаяние — это нормальное состояние. Если вы заговорите с членами банд, молодыми людьми, которым по прикидкам лет 14, 15 или 16, и спросите их, кем вы видите себя в 30 лет, то они засмеются, потому что они не видят, что доживут до 30 лет. У нас тут сезон убийств, Джо. Только Ларри Гувер, нахуй полицию. История про гангстерских апостолов продолжается, распространяясь везде и повсюду. Эта банда больше не является среднезападным феноменом. Теперь они раскинулись по всей стране. По заявлению властей, апостолы занимаются торговлей и распространением наркотиков с оружием более чем в 40 штатах. Это происходит в Атланте, Северной Каролине, Джорджии, Нью-Йорке. Я не могу даже представить, что есть какой-нибудь штат, в котором при разговоре с офицером правоохранительных органов он не будет осведомлен о деятельности гангстерских апостолов. Я общался со многими людьми, которые были готовы попытать судьбу в других частях страны, где жизнь будет послаще, потому что в Чикаго уже полно народу. И если ты не поднимаешь денег, то ты должен попытать судьбу на стороне. Они — это мощная уличная банда, и я периодически вижу ее в различных сводках. Каждый из бывших членов гангстерских апостолов скажет вам, что от всей привлекательности бандитского образа жизни остаются одни и те же разочарования. Это самосбывающееся пророчество, где бы это ни происходило. Уличные солдаты считают, что это легкий способ поднять денег, заполучить престиж, власть и контроль. Но в большинстве случаев они никогда не получат этого. Кто-то из них погибнет от нападений, кого-то забьют до смерти, кого-то пристрелят. У них ничего не получится, они никогда не добьются успеха. Ты либо проведешь остаток своей жизни в тюрьме, либо ты сдохнешь. И я тебе это гарантирую. Сыграй в эту игру от начала до конца, финал в ней всегда одинаков. Тебя либо закроют, либо пришьют.